Работа коммунальщиков на городских улицах не прекращается ни на минуту. В поле зрения специалистов не только центр города, но и периферия. Так сотрудники Ремстроя приступили к монтажу пандусов на улице Ленина. Здесь совсем недалеко расположился новый спальный микрорайон, поэтому дорога к остановке маршрутного такси должна соответствовать всем требованиям. Но уже с первых дней работы ремонтники столкнулись с трудностями. И главная проблема – человеческий фактор. Основная сложность, что когда было строительство первоначальное, как бы еще окраины города были, поэтому много строительного мусора, вплоть что бетон выливали, промывая миксера. Теперь мы это все убираем. Масштабные работы развернулись и на улице Черноморская. Здесь дорожники привели в порядок дорожное покрытие и застелили новый асфальт. Теперь плиточники приводят в порядок тротуары. Например, возле этого дома после частной стройки был полностью разрушен целый участок тротуара. Благоустройство так и не сделали. Замена тротуарного покрытия по причине негодного старого покрытия. Объемы тротуара 140 квадратных метров, сроки до конца недели. Новое дорожное покрытие появится и на улице Лермонтова. Специалисты ДРСУ «Вираж» уже демонтировали старые поребрики и приступили к монтажу новых. За несколько дней им придется установить почти 500 метров нового бордюрного камня. Работают дорожники быстро. Ремонтные работы создают неудобства жителям при выезде с дворовых территорий. После монтажа бордюров в этом квартале положат новый асфальт. Также продолжается и благоустройство города. На улице Терской коммунальщики начали установку новых лавочек для отдыха. В ближайшее время здесь планируется установить более 30 скамеек.